Какие процедуры и в каком порядке должны пройти с момента открытия участков и до подсчета голосов? Как взаимодействовать с членами участковых избирательных комиссий и избирателями? Все это рассказывают на специальных форумах для тех, кто хочет стать общественным наблюдателем в дни голосования. Для жителей Кировского района встреча состоялась в Центре детского творчества «Металлург». Мы стараемся, с одной стороны, освежить в их памяти те процедуры, которые им необходимо будет совершить, с другой стороны, рассказать о тех изменениях избирательного законодательства, которые произошли в период с прошлой избирательной кампании, и, в-третьих, обменяться мнениями, тем опытом, которых уже у общественных наблюдателей достаточно большой. Учитывая, что это третья избирательная кампания за год, то у многих наблюдателей знания еще свежи, поэтому на встречах добавляется и интерактивная часть. Активные горожане делятся опытом своей работы, рассказывают о случаях, которые были на участках. Все это помогает лучше подготовиться к выборам, а значит, еще более внимательно следить за прозрачностью выборного процесса. Как известно, наблюдатели зачастую публикуют информацию в своих социальных сетях, где, соответственно, показывается реальная картина происходящего, которая позволяет жителям региона принимать уже актуальную информацию не из официальных источников, то есть СМИ, а из обычных простых людей, которые видят все это вживую и показывают так, как оно это есть. По итогам обучения наблюдатели получат направление на участки от общественной палаты. На каждый из 1751 участка в Самарской области можно направить, согласно законодательству, до 3 человек. Форумы и семинары проводят специалисты общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. В его состав входят 15 человек. Это представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.